Всем привет, доброе утро. Я сейчас выгуливаю собаку, где там её? Пятно. Ты где? Стоит за мной. Знаете, у нас так замело, и вот она теперь ходит теперь просто за мной. Потому что я ей протаптываю путь. Во, все, побежала вперед. Погода у нас отличная, так красивенько. Мы уже приготовились из зимы уезжать в зиму, потому что скоро мы уезжаем в Латвию, в Ригу. Мы уже определились с датой. Дата у нас 16 февраля, мы уезжаем 16 февраля. Вот, и будем уже по-новому трудиться, привыкать к культуре, к погоде, ко всему. Ура! Ура! Пока! Наше утро началось с костариканского кофе. Нам его подарил костариканец в последний день нашего отъезда с Барселоны. Он его прямо с Коста-Рики привез. Кстати, представляете, он тогда добирался 21 час. Чтобы туда добраться с Барселоны, ему нужно было сделать две пересадки в США. Мой ребенок. Орел. Она увидела камеру и отвернулась. Она очень стесняет. Мы стеснительный собак. Ой, как холодно. Ой, да. Мы сейчас идем в кальян-бар. Мы идем туда встретиться со Стасом. Мы будем с ним ехать в Латвию на машине. Да, и мы сейчас... Нам нужно все обсудить. Будем обсуждать все детали. Мы еще ж не нашли жилье в Латвии, будем тоже искать. Первый раз вам покажу туалет. Не могу просто не показать. Смотрите. Магия. Мы только что были в бар-бар. В общем, кальянная. Там вообще прикольно, но там так темно было, что мы даже ничего не смогли снять. Вот. Но, в принципе, это нормально, потому что это как кальянная, знаете, там постоянно все так мрачно, темно, дымно. Но в целом, в принципе, там понравилось. Правда, кальян дорогой, и курили мы кальян получше в нашей жизни. Мы курили кальян здесь в Киеве, в Фиджи, и там вообще супер, это мне очень нравится. А в Испании, когда мы были, там вообще сложно найти классную кальянную, потому что все кальянные там стоят от 15 евро, но они ужасные просто. У нас есть одногруппник Атакан, он с Турции. И он нам рассказывал, что в Барселоне хороший кальян можно покурить только в турецких местах. То есть в турецких барах, ресторанах. Он там будет стоить от 20, но он будет очень классный. Он нам, кстати, еще рассказывал, что в Турции, несмотря на то, что кальян вообще как бы с Турции, да, по-моему, это же турецкая штука. Да, ну, по крайней мере, он там очень популярен. И кальяны в Турции стоят очень дорого. Мы удивились, потому что вроде как... Когда что-то есть национальное, то в той стране, откуда оно родом, оно обычно не очень дорого стоит. И мы встречались с нашим другом Стасом. Он приехал на машине, на которой мы будем ехать в Латвию. Вот мы там уже распланировали себе, куда мы будем ложить чемоданы. Катя уже нашла себе местечко, потому что у нас столько будет вещей, что Катя будет притиснута чемоданчиками. Она будет с чемоданами спать вообще, где на чемоданах. Вот, и мы так разговорились на эту тему, на тему переезда, на тему поездки. И так что-то уже захотелось такое путешествие поехать, правда? Это с одной стороны. А с другой стороны, дома всегда классно. Несмотря на то, что у нас здесь, конечно, не так все ярко и красочно, как в европейских странах, но дома всегда хорошо. Мы сейчас пойдем вот туда. И знаете зачем? Мы зайдем туда в Levi's и посмотрим Димке джинс. Вообще его уже протерли, да, Дим? Water's rising, the dam is breaking in. Мы забежали в Макдональдс взять мне кофе.
Я думала, что мне его дадут такой красивой упаковочке, там с оленем, так красиво. Мне дали такую и шоколадку. Такая жизнь, такая жизнь. Вот такие джинсы я себе купил. А вот такие у меня были. Как видите, за то время, что я носил вот эти джинсы, у меня вкус особо не поменялся. Они вроде как одинаковые, но на самом деле эти немножечко другой модели. Не знаю, видно ли это на камере, но по ощущениям так они хорошие очень. Я их, наверное, вот даже подкатывать буду, хотя я обычно не подкатываю джинсы. Мы снова купили что-то в Левайсе, в ЦУМе, вот, потому что там сейчас очень классные скидки. Вообще Левайс очень дорогой, а сейчас там минус 50, супер распродажа вообще. Вообще в ЦУМе Левайс, несмотря на то, что он, в принципе, как дорогой, но это, пожалуй, самый дешевый магазин, который есть в ЦУМе. Там такой VIP-класс магазин, скажем так. И мы еще с собой принесли посылочку с Испании, нам Стас привез. Дополнительный хамон, сардины и рыба, которая называется кабая, и это сестра скумбрии, вот так. Вообще ребята купили нам эту рыбку случайно, они хотели сардины купить, но перепутали и взяли эту. Потом купили сардины все-таки. Я валяюсь на кровати, а Дима играет в приставку. Да. Ой, такой ракурс. Да. Мы будем сейчас есть рыбку, которую нам прислали. Да. И ложиться спать. Еще, знаете, когда вот находишься в своей привычной обстановке, очень тяжело творить. Вот правда, художникам тяжело творить, когда они находятся в своей зоне комфорта. Вот так и мы, художники. Мы снимаем влоги, и знаете, вот с каждым днем становится все сложнее, когда ты в привычной сфере, в привычном темпе жизни, ничего не делаешь, очень сложно. Но ничего, скоро у нас все поменяется, нам станет легче, потому что мы будем в Латвии, и там у нас будут насыщенные дни. Я очень надеюсь на это, потому что мы с Димкой любим, когда у нас куча дел. Вот, отдыхать мы не очень любим, правда, Дим? Да, но приходится. Да, иногда приходится. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего дня. Всем до завтра. Пока-пока.